Отличный дворец у нас получился. Симпатичный. Ищи места, в которых можно поиграть, или персонажей, с которыми можно поговорить, и нажимай на них мышкой. Нажми на эту кнопку, чтобы выйти из игры. Нажми на эту кнопку, чтобы получить подсказку. Нажми на эту кнопку, чтобы узнать, какие задания еще не пройдены. Нажми на эту кнопку, чтобы узнать имена тех, кто создал игру. Если твой друг или подруга хочет поиграть вместо тебя, нажми на эту кнопку и смени игрока. Василисушка! Еще немножко. Терпи, Иванушка. Пойдем понаряжаемся. А заодно решим, какой наряд на свадьбу самым подходящим будет. Что нужно делать, чтобы подобрать идеальный костюм для свадьбы? Мерить, мерить и еще раз мерить. Ну-ка, чего у нас в шкафу висит? Да, это то, что мне нужно. Ваня просто с ума сойдет. Всегда мечтала о такой прелести. Для того, чтобы выбрать одежду для примерки, открой нужное отделение шкафа, нажав на него мышью. Когда вещи примеряешь, так время бежит. А у нас еще не все к свадьбе готово. Поторопиться надо бы. Всегда мечтала о такой прелести. Для того, чтобы снять вещь, кликай по ней мышкой и перетаскивай обратно в шкаф. Да,
Это то, что мне нужно. Всегда мечтала о такой прелести. Это то, что мне нужно. Ваня просто с ума сойдет. Когда вещи примеряешь, так время бежит. А у нас еще не все к свадьбе готово. Поторопиться надо бы. Всегда мечтала о такой прелести. Все созданные тобой наряды хранятся в специальном отделении шкафа. Ты можешь быстро одеть меня, нажав на это отделение мышкой и выбрав нужный наряд. Погоди, мы ведь еще не все к свадьбе приготовили. Негоже мне перед женихом раньше времени в свадебном наряде показываться. Переоденусь. Василиса, мое терпение на исходе. Ну потерпи, самая малость осталась. Приглашение на свадьбу как можно быстрее разослать нужно, чтобы гости подготовиться да добраться смогли. Ну-ка, помогай. Вот здесь, значит, открытки пригласительные для гостей. Тебе всего-то и нужно, что правильно подписать и украсить. Как открытка готова будет, я проверю, все ли верно сделано, а серый волк потом по гостям разнесет.
После того, как открытка готова, нажми кнопку «Готово». Симпатично. Думаю, гости довольны будут. После все правильно составлено. После того, как открытка готова, симпатично. Думаю, гости довольны будут. 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 Ну нет, так не годится. Для разных гостей надо бы на разные открытки придумывать. А ты одно и то же лепишь. Ну-ка, переделывай. Ну нет, так не годится. Для разных гостей надо бы на разные открытки придумывать. А ты одно и то же лепишь. Ну-ка, переделывай. Ну, давай переделаем. Авось лучше выйдет. Ну нет, так не годится. Для разных гостей надо бы на разные открытки придумывать. А ты одно и то же лепишь. Ну-ка, переделывай. После того, как открытка готова, симпатично. Думаю, гости довольны будут. Ну вот, самым забывчивым написали, а остальные сами помнят. Нужно будет серого волка разыскать, пусть разносит. Василисушка! Еще немножко. Терпи, Иванушка. Что за свадьба без свадебного торта? Только вот испечь его наука мудреная. Ну ничего, сейчас разберемся. Сейчас мы с тобой быстренько приготовим свадебный торт. Начнем с коржей. Весьма художественно. Теперь следующий. Повторение – мать учения. Давай снова за работу. Весьма художественно. Теперь следующий. Ну вот, вроде все готово. Что за торт да без глазури? Давай за работу.
Замечательно! Теперь следующий. Этот корж готов. Давай следующий. Волшебно! Больше глазури не нужно. Когда закончишь работу, нажми кнопку «Готово», и я проверю, как у тебя получилось. Теперь давай крем по краям положим. Знаешь, как это красиво? И вкусно! Отлично получается! Теперь еще один. Отлично получается! Теперь еще один. По-моему, мы здорово поработали. Крема больше не нужно. Здорово! А теперь давай украшать. Просто великолепно! Замечательно! Как красиво! Просто великолепно! Здесь уже достаточно. Давай украсим следующий корж. Как красиво! Здесь уже достаточно. Давай украсим следующий корж. Замечательно! Ух, как красиво! Больше украшений не нужно, а то переборщим. Замечательно! А теперь самое последнее украшение. Ой, я так волнуюсь! Ну да, это вроде бы самое симпатичное. Здесь уже достаточно. Давай украсим следующий корж. Замечательно! Здесь уже достаточно. Давай украсим следующий корж. Просто великолепно! Нажми кнопку «Готово», и я проверю, как у тебя получилось. Просто великолепно! Когда закончишь работу, нажми кнопку «Готово», и я проверю, как у тебя получилось. Уф, готов торт! Надеюсь, каждому из гостей по кусочку достанется. Василисушка! Еще немножко. Терпи, Иванушка. Отличный дворец у нас получился. Симпатичный. Это ты правильно. Дворец к свадьбе нарядным быть должен. Ну-ка, где тут наши инструменты волшебные? Нам нужно хорошенько украсить весь дворец. Давай поищем места, в которых можно что-то сделать. Как только найдешь такое место, нажми на него мышью. Затем выбери нужные инструменты из ларца и укрась дворец их помощью. Да это же очень красиво!
Как нарядно! Ну, просто загляденье. Прекрасная работа. Да это же очень красиво. Отлично, дворец к свадьбе готов. Посмотрим, что еще осталось сделать. Отличный дворец у нас получился, симпатичный. Пока мы все тут не сделаем, бабуля ни за что с праздничным столом не поможет. А без нее никак. Ишь, свадьба! Свадьба подождет, а вот диффенбахи и без полива никак. Вот сейчас у нас клумбы выйдут, просто загляденье. Ты только спатифилум в центре не сажай, усохнет. Сейчас мы с тобой клумбы украсим. А чтоб бабуля совсем обрадовалась, мы еще и дорожки с бордюрами в порядок приведем. Здорово! Красиво получается. Здорово! Здорово! Красиво получается. Лично мне нравится. Здорово! Красиво получается. Здорово! Нет, так не годится. Нужно украшать тщательнее. Красиво получается. Здорово! Здорово! Красиво получается. Нет, так не годится. Нужно украшать тщательнее. Лично мне нравится. Нажми кнопку «Переделать», чтобы отменить все сделанное и начать работу сначала. Нет, так не годится. Нужно украшать тщательнее. Батюшки, никак переделывать будем. Лично мне нравится. Красиво получается. Красиво получается. Лично мне нравится. Лично мне нравится. Здорово! Здорово! Нет, так не годится. Нужно украшать тщательнее. Лично мне нравится. Здорово!
Здорово! Красиво получается. Красиво получается. Здорово! Красиво получается. Здорово! Здорово! Наш... Здорово! У нас так красиво получилось! Бабуля будет довольна! Все в порядке, бабушка! Все готово! Спасибо, внученька! Сейчас, бабуля, приведем в порядок твои грядки. Только поосторожней. Я там по краям геогинантус волнистый посадила. Нам нужно прополоть сорняки, полить растения и ликвидировать вредителей. На первый взгляд ничего сложного. Ну-ка, где наши инструменты? А вот и водичка. Поливай хорошенько. Вот так. И никаких сорняков. Гляди, гусеницы. Так ей и надо, противной. Ой, там гусеница. Сорнякам тут не место. Будет знать, как растения грызть. Молодец. Бабушка будет довольна. Польем как следует. Смотри, это гусь. Вот так. И никаких сорняков. Как все-таки тяжело в саду работать. Давай немного отдохнем. Ну как, бабушка? Плохо, внученька. Столько саженцев засохло, что пришлось новую рассаду высаживать. Так что все сначала начинай.